Мусульмане отмечают Ураза-Байрам, один из главных исламских праздников. Он знаменует собой окончание поста, который длился на протяжении священного месяца Рамадан. В этот день особенно важно помогать нуждающимся и заниматься благотворительностью. Как его встретили верующие Азербайджана, расскажет Кямран Гусейнов. Мечеть Гейдара – одна из крупнейших в Закавказье. Рассчитана на 4000 человек, но многие верующие начали собираться еще за час до намаза. Во время окончания поста хочется поскорее оказаться в мечети и осознать, что у тебя получилось продержаться, сколько требовалось. Пост я соблюдаю уже 10 лет, но всякий раз перед началом нервничаю, что могу не выдержать. Но слава Аллаху, силы терпения пока хватает. Намаз начинается через полчаса после восхода солнца. Имам зачитывает суры из Корана, верующие молятся. До 7 раз поднимают и опускают руки вдоль тела. Совершают поясной поклон. Этот обряд называется такбир. Затем звучит праздничная проповедь. После верующие могут поздравить друг друга с окончанием поста. Помимо праздничного намаза, в день окончания поста также рекомендуется навести порядок дома, навестить усопших близких на кладбище и там в случае необходимости прибраться. И не надо забывать о раздаче милостыни нуждающимся. Для них и прихожан на территории мечети устроили праздничное застолье. Угощали горячим чаем, халвой и сухофруктами. Я, честно говоря, думал, что дом поем. Попросил домашних накрыть стол. Но тут оказалось, есть все, чтобы вдоволь насытиться. Встретил старых знакомых, пообщались. Настроение хорошее. Да и в целом день хорошо проходит. В честь праздника ближайшие 4 дня объявлены нерабочими. Однако правоохранители и медики будут работать в усиленном режиме. Кямран Гусейнов, Фуат Гасымов, Хикмет Гуламов, Мир-24. В некоторых мечетях Азербайджана праздничный намаз пришлось провести дважды из-за большого количества людей.